Ребята, всем привет! С вами снова я, Димас, оператор Антон, за кадром где-то смеется, как всегда, улыбается. Мы сегодня для вас готовим, так сказать, очередное веганское блюдо. Но по названию оно, если обратиться к истории, оно даже не особо веганское. Идет жирная баранина к этому блюду. Ну, это будет кускус. Кускус у нас сегодня будет просто с овощами. Что делаем в первую очередь? Это запариваем кускус, его не варят, его просто запаривают. Вот, это как гречка и все остальное. Все запаривают. Здесь полкило примерно в этой пачке. Просто высыпаем его. Кто не знает кускус, что такое, может набрать в поисковике. И вам все там выдадут, что из чего состоит. Рассказывать не буду. Все просто. У нас тут кипяток крутой. Мы скипятили в чайник и просто заливаем. В нашем случае главное не переборщить воды и тут же накрываем фольгой. Заметьте, не кипятим ничего, просто фольгой накрываем плотно все края и ждем где-то минут 10-15. Овощи у нас будут сегодня все с огорода, все домашние. Это баклажан, лук репчатый, можно использовать, если нет баклажана, кабачок, но мы используем баклажан сегодня. Перец обычный болгарский или что-то подобное. Чеснок. Томаты домашние тоже. И петрушка. Ну, можно любую зелень, какую вам больше нравится, тоже использовать. Также мы будем использовать перец чили. Какой-то крымский, наверное. Соль у нас сегодня вкусная. С пряностями. Масла много надо будет добавить в кускус. И также вот мы будем использовать соевые соуса разные. Трех видов. Ну, как бы они все соевые. Почти как вот Ворчестер. Интересный соус. Я его знаю прям лет 20. Прикольная штука. Отличный битер. Можно добавлять любые соуса. Ну, всегда должно быть у каждого на кухне этот соус. И начинаем нарезать наши овощи. Нарезаем все одинаково, кубиком. Видно сразу, что баклажан домашний. Немножко почернел. Ну и кубиком, в принципе, произвольно все нарезаем. Вот также нарезаем лук. Опять же, произвольно. Ну так, полукубиком. Любые овощи можно использовать в это блюдо. Какие вам нравятся, какие есть у вас под рукой. Но томаты обязательно. Томаты дадут сочность и потрясающий аромат. Добавляем масло, достаточно много. И жарим все до готовности. Ну вот, ребята, овощи постепенно жарятся. Мы тут ржем. Не без этого. Время позднее. Ну, как видите, там на четверочке все хорошо обжаривается. Баклажанчики подрумяниваются. Мой совет — делать все альденте такой. Чуть-чуть такие хрустящие овощи. Они баклажаны допитаются, потом маслом лук дойдет, будет хрустеть. И мы немножко присаливаем. И они равномерно будут у нас прожариваться. Друзья мои, наши овощи, как вы видите, в прекрасном виде. Отлично себя чувствуют. Уже готовы, все в масле. Ну, это, в принципе, отлично. Мы это масло не добавляли, когда заливали кипяток. Нам будет этого масла достаточно. Пару еще движений. Так, вскрываем наш кускус. Смотрим, что у нас получилось. Что мы делаем? Мы начинаем аккуратно его вот так помешивать. Можно, конечно, прям туда его фигануть. Но это на самом деле роль не сыграет. Вот, и высыпаем наши овощи. Все, отлично. Накрываем, не прижимая нашей фольгой. Я взял бычье сердце небольшое у нас. Большие не стал брать. В этом году отличные получились на огороде у нас. И парочку обычных каких-то томатов там. Просто нарезаем их на 4 части, пополам на 4 части. Можно на 3. Можно вообще на 2 нарезать. И все, вываливаем на обжарку. Чесночок тоже
На любителя, если вы хотите, добавляйте. Нет желания, не добавляйте. Потом добавим наш перец чили. Крымский какой-то, не знаю. Тут сорт сажен. Попробуем сейчас, кстати. Ну и такое, на самом деле, не острое. Томим до полного растворения томатов, чтобы шкурка отделилась и получилось у нас много сока. Можно даже немножко, ну, воды не надо добавлять, потому что вдруг переборщим. Уже потом, если что, мы как бы подыграем там, когда будем в процессе мешать. Опять же, соевый соус, это тоже вода. Все добавляем. Наш кускус, наши уже заранее пожаренные овощи. Добавляем еще и томаты с зеленью, чесноком и острым крымским каким-то перцем. Аккуратно перемешиваем наш кускус и наши овощи. Несколько дальше 10.